привет всем! Всем-всем! Сейчас гуляем второй корпус. Да, Даша и жирная банда. Гуляю сейчас второй корпус, доставала из купальни собак жирных, которые сами не в состоянии были оттуда достать себя. И поняла, что да, теперь вместо 8 баков будет 5 на второй корпус с мясом, потому что дальше так жить нельзя. Я выложила сейчас видос в ленту, как я доставала Джильду. Она прям вообще не могла вылезти. Бедолага. Но да, она... Я не знаю, просто всех на диету надо, и Пумбу даже на диету надо, хотя он никогда не отличался склонностью. У нас очень много двигался всегда, и никогда не отличался прям таким вот весом, как сейчас вот отличился, да? Я же его лично кормлю с рук, потому что с мясом ему тяжело, и сначала я ему лично все это мясо режу на маленькие кусочки, а потом каждый кусочек вкладываю в рот. Тогда он жует и глотает. А вот как я Горана буду доставать? Надеюсь, сам. Давай сам! Давай! Ой, молодец! Зад не перевесил, красавчик. Тихо! Стыдобище сейчас придет. Вот она. Вон. Джильда, зайчка, покажи свою красивую спину. Ну, хорошо же, да? Красивый хвостик такой. Хвостик. Все славно. Может, хватит лаять-то на всех? Ходит и орет. Не, перекорм нехорошо, ребят. Ну, за зиму набрали, ну, что поделать. Потом, знаете, полный переход на мясо произошел именно... Ну, как, он происходил в течение года. С зимой прошлого года... Ну, соответственно, по зиму, ой, господи, здравствуй, по зиму, весну этого года был полный переход. Плюс зимой, конечно, у меня склонность собак кормить больше, а гулять, а у них склонность все-таки меньше, потому что вот столько, сколько они гуляют в теплое время года, несравнимо с тем, сколько они проводят на улице зимой, потому что далеко не все готовы гулять зимой, особенно когда мы говорим про пенсионеров, про каких-то более трепетных и нежных собак, про инвалидов, естественно, то там совершенно другие нагрузки, абсолютно другое количество времени, проводимое на выгуле. Вот так вот мало кто скачет, а если так и скачут, то минут 20, а потом домой заходят и говорят, здесь дома тепло, здесь дома хорошо, а вот на выгуле сама находись. Так что, конечно, набрали, конечно, и с учетом того, что вот этот переход был для меня впервые в жизни тоже, да, не только для собак, но и для меня, очень сложно было раздозировать, очень сложно было остановиться, когда ты видишь, что собака хватает мяса и ест мясо, всегда очень активно, и она будет показывать вам, что она хочет жрать мясо довольно долго, пока не будет на нем спать уже, вот как мои. Соответственно, догадаться, что собака сыта, ну, это приходится себя останавливать. Это тяжелый психологический момент, когда ты себя насильно останавливаешь, хотя ты видишь, что собака еще готова вот у тебя с руками мясо отбирать. И ты думаешь, ну еще один кусочек. Ну ладно, еще один кусочек, ей так хорошо и так замечательно, она получает такой кайф, она ест такую вкусную еду, и с наслаждением смотришь на то, вот как они едят, и получаешь от этого действительно заряд позитива, ощущение того, что ты делаешь все правильно, и им это все вкусно, полезно и так далее и тому подобное. А в результате получается перекорм. Поэтому сейчас наша задача кормить меньше, гулять больше. И все-таки, когда ты кормишь мясом и субпродуктами, никакой другой вид еды по, ну скажем, да, по калорийности не сравнится. То есть никакая птица, никакие фарши, конечно же, не сравнятся с вот таким нормальным рационом. И кажется, поначалу кажется, что мясом, наверное, там это... Офигеть, как дорого, да, это офигеть, как дорого, когда у вас там 100 собак и 2, ой, господи, и 100 пушных зверей, то есть итого 200. Но вообще так-то, собаке, которая кормится мясом, субпродуктами, нужно по дозировкам меньше, чем если бы вы кормили какой-то другой пищей, там, допустим, мясом с кашей или сухим кормом. Так что здесь очень все даже выгодно для владельцев небольшого количества собак особенно.
А нам, да, нам теперь позор, диета, жирноту худеть всю, бегать побольше, сбрасывать. Они еще в линьке. Это я так немножко, небольшая правдашка. Видите, на боках торчит. Так это шерсть, это не жир. Это шерсть. Вон, тоже шерсть. Бальтазар, пойди ко мне, мой зайчик. Ай, прибежал, мой хороший. Прибежал. Только не кусай меня. Боже, я периодически сама их боюсь. Он с таким, прям с такой радостью бежал, но он точно с такой же радостью мог покусать, конечно. И поскакал дальше. Ты же мой хороший. Пумба тоже. Он всегда, он как бы он никогда не оставляет мясо. Он даже на нем никогда не спит. Поэтому он каждый раз смотрит на себя вот этими коровьими своими глазами и говорит, а дай еще кусочек. Вот так вот. Я такая, Пумба, ну как же тебе можно отказать? И вот получается жирный Пумба. Получается кабан. Это видите, вон он бегает. Не видите, наверное, за деревьями. Он очень активно бегает. Пумба активный пес. Несмотря на то, что он возрастной, вон он. Шелестит там. А что они поделили? Гору не поделили? Понять бы, кто еще любовь, тогда бы я бы вам показала бы. А, понятно, здесь коалиция по охране горы. Все ясно. Лавруша самая злая собака, да. Катрена тоже засела, только что под вольером сидела. Сейчас сидит, гору охраняет. Ты поди же, осмелела, моя девочка. Сейчас полезу в гору к ним. Каждый раз, когда я лезу на гору, я говорю себе, я не навернусь. Нет, не с той стороны я полезла, сейчас навернусь точно. Я обратно, ребят, сейчас. Там просто есть более пологий, этот, не знаю, как назвать, обрыв. Да, кардинал бегает. Та-дам! Посмотрел так недобро. Красивый, скромный, милый, у него проблемы с ножками. Это, наверное, из третьего корпуса Арман. Но он ни хрена не милый и не скромный. Он там вообще главный бандит. Альфа-самец, альфа-самса. Это тот, который постоянно в позе какающей собаки. Если да, то он вообще не милый. Он очень серьезный. Но в смысле с другими собаками, с людьми он максимально добрый. А других собак строит на раз. Да не влюбленными глазами он на меня смотрит. Он смотрит на меня. Ну чё, пойдем? Ты будешь меня сегодня кормить? Пойдем, может быть? Или он смотрит еще с выражением, а чего тебе надо? Вон. Кардинал. А вот эта гончая из пятого корпуса не зашла сегодня с выгула. И решил остаться на участке. Я сказала, ну оставайся, все равно потом зайдешь. Сейчас она в растерянности и в недоумении. Почему вокруг нее вдруг столько собак? Они не пересекались со вторым корпусом никогда. И она такая, что? Привет, привет. Не-не-не, ну, конечно, Арман... А? Ой, еще, что? Еще хорошие. О, классно, но это надо куда-нибудь... Слушай, там еще чай сарай. Я какой-то нашел тоже. Ты вот. Положи куда-нибудь, вот, чтобы недалеко. Я вот думаю, может, давай мешочек возьму, там хорошие вещи. Давай. Да, я только за, спасибо. Ты мне потом скажешь, где он лежит? Да. Хорошо. Ну вот, у ворота я такой смотрю. А там, ну там, конечно, там оттаяло, и там, может быть, всякие ништяки и подарки. Можешь себе взять, ну, сколько тебе, если пьешь такой, то возьми. Я ну, возьми. Давай. А Армаша, ну, я же не буду показывать там какие-то конфликтные ситуации. Понятно, что, во-первых, я их контролирую, во-вторых, мне не до показов. Если он там начинает на кого-то огрызаться, я его одергиваю, и, ну, понятно, что сложно характер рассмотреть, если
я показываю только какие-то избирательные моменты, когда он со всеми дружит. Ой, лужи нашли собаки. Конечно, они все с именами. А как же? Они более того, что все с именами, они еще все свои имена знают. Лавроша теперь будет охранять полистирол-бетон. Очень важное, я считаю, занятие. Так! Ничего-то не помогло. Мой стук по вольеру. Это там внезапный, кстати, высказывался сейчас. Мимо вольера внезапного шла сейчас, и он как раз высказался. Чего тут ходите опять? Он же никого не пропускает. Сейчас. А, ну, я могу их так назвать. Гончую ту зовут Струна. Ну, да, я просто, мне так проще вам объяснять, потому что по именам, если я начну их называть, то те, кто не в теме, те, кто не знает собак, он не поймет, о какой собаке речь. Ты решил почесаться. Будешь делать камеру Кусь? Присцилла. Иди сюда. Камеру Кусь. Апс. Молодец. Еще. Присцилла еще. Давай. Кусь. Все, хватит. При этом она еще у меня может за руки притяпнуть. Но это она исключительно из добрых побуждений. Так. Да, потихоньку поименно всех выучите. У меня люди, которые 5 лет уже в моем профиле, все никак всех поименно не выучат. Ну, опять же, гончих сложно различать. Они для некоторых людей, как китайцы, все на одно лицо. Ну, это нормально тоже. Есть одинаковые породы собак. Если бы здесь было 100 ретриверов, я вас уверяю, что лицо — это как янтовидных собак. Я своих различаю в лицо. На некоторых я различаю по пигментации вокруг глаз, и все. То есть, или по поведению. Ну, знаю, что, допустим, там одна собака более пугливая, а вторая там более ручная. Если они внешне, так они вообще абсолютно одинаковые. Или лисы рыжие. Ну, классические рыжие лисы — то же самое. А эти-то хоть разные. Да, Дима и Гончи, Ань, да. Ань, Яне привет передай, пожалуйста, от нас, от всех. Смотрите, Тровочка. Почки сегодня фотографировала. Когда гуляли 5-й корпус, вышла с фотоаппаратом. Поснимала немного. И сфоткала почки. Как это все хорошо. Ой, Мэрит на горе. Это такая невидаль. Она редко заходит и вообще проявляется вот так вот активно. Она же у нас собака аморфная по своему характеру и темпераменту. Самая спокойная собака в мире. Вон она. Ой, потягушки сладкие. Ай. Снимала тут, опять же. С горы, в сторис там есть, как собаки бегают, а Лавруша лежит посередине, вот здесь вот, посередине дорожки лежит такое тело жирное в утесах, прячет стыдливо, точнее не прячет, и спит просто, нормально ему так. Дима сейчас им мясо нарубит, в корпус занесет. И будет кормление после того, как они погуляют еще часик. А потом следующие пойдут гулять.
меня спину ломит. Я не знаю почему. В погоде, скорее всего. Копают отлично, но бездумно. Это только если им что-нибудь превентивно зарыть, чтобы они копали там, где надо. Так-то, если бы они были умненькие, они бы уже мне прокопали до деревни метрострой. И мы бы через подземный туннель бы ездили безо всякой грязи. Да, хорошо было бы, да? Ой, Катрина в образе, Катрина в образе. В образе Катрина. Интересно мне сейчас посмотреть, Таисия у себя? Или же она где-то шляется? Сейчас посмотрим. Большая-большая белая с рыжим левретка. Пока без понятия, о чем речь. С кем она гуляет, когда вы ее видели. Белая с рыжим левретка. Отошли. Нет, Таисии тут нет, шляется где-то, значит. А, вон она. Сорян. Не признала. Вон же она. Большая-большая левретка. Белая с рыжим. Вообще белая с рыжим. Можно было бы подумать, что это борзая, потому что левретка это маленькая борзая, а большая левретка, значит, это, ну, обычная борзая. Но... Нет, мне нужно больше вводных по этой собаке. Вот, были на передержке два молодых котенка, ну, два котенка, да, как две капли воды похожих, приходилось иногда заглядывать под хвост для определения личности. Миха или Белка. Понимаю. Ну, бывает же такое. А мне кажется, что кошек таких, ну, например... Ну, однотонного окраса породистых русских голубых там, например, вообще невозможно различить. Такое мхо. Короче, Анна, если вы увидите в сторис, например, то вы мне эту собаку скинете, а я вам расскажу про нее. Ладно? Потому что пока что я не знаю, когда вы видели эту собаку. Блин, ну мне бы хотя бы понять, с кем гуляет. Короче, давайте так с вами договоримся. Видите собаку, скидывайте мне в директ, я вам отвечаю. Что у меня левретка ассоциируется исключительно с породистыми собаками. Может быть, речь вообще и не о породистой собаке в то же время. Кардинал не жирный, он один из самых подтянутых, я тебя попрошу. Это он в линьке, у него шерсть просто торчит. Жирных он. Тут полно других персонажей. Вот Илай жирный, например. Да, Илай? Илай бочка. Илай. Я про тебя говорю, да. Да, дорогой. Вот Горан жирный тоже. Господи, что там щенки Катрины что-то устроили. Сейчас пойду проверю. Что-то визжат. Кардинал держится в хорошей форме. Ну, это из-за его темперамента, скорее, такого. Подвижной психики и темперамента довольно активного. Чё там за паника у щенков Катрины? Сейчас мы их откроем и посмотрим. Чё, хотите гулять? Ну, вам нельзя во второй корпус гулять. Все нормально у вас? Какая клака сразу такая. Сидите пока. Давайте. Они гуляют. Они гуляют, как отдельный корпус. Сейчас отойдем отсюда, тут чуть-чуть громко. Щенки Катрины – это отдельный корпус, потому что их сразу так много, и они везде, что как будто бы ты целый корпус гуляешь. Но плюс еще с учетом того, что на территории вечер собак теперь дофига, потому что Дима держит кучу собак на свободном выгуле. Да, у меня Африка, потому что все собаки слоны. Еще обжарка была так же. Тогда я, была бы Африка, я бы гиену завела наконец. Да. Ай, Пумбочка линяет, так как хорошо.
и зачем щенки. Вот спасибо, что вы мне сказали, что нужно стерилить. А вот я не понимаю людей, которые, не зная истории, начинают рассуждать, что нужно, а что не нужно. Как бы вы сейчас попали впросак. Мы стерилим. А щенки от беременной собаки, которая к нам пришла беременной. И я против стерилизации на крайних сроках. Это опасно для собаки и вообще это убийство щенков. Если есть возможность их оставить, растить на мясе, предоставить им гектар в выгул и вообще полный рацион и мацион, то с чего бы ей не родить было у меня, скажите? На козьем молоке их вырастила, на мясе. А вот их стерилить мы будем тогда, когда они дорастут до этого. Так что простите. Аня, огонь! Ты сделала мой день. Правильно, не нужно, пусть размножаются, согласна. И причем пусть размножаются в рамках одного вольера тогда, чтобы они в геометрической прогрессии. Ты открываешь вольер, а их там до потолка. Так вот коленочко отодвигаешь аккуратненько и проходишь. Шутки шутками, но в мае, на самом деле, у них уже срок будет май-июнь. Мы это сделаем или в мае, скорее всего, в мае, или после того уже, как ветстанция нас посетит в конце июня, в начале июля. Володю вызовем. Специально спешл для них, специально. А то ведь там действительно, с учетом материнских генов, с учетом матери, которая хотела сношаться со всем миром, и вообще очень плодородно и плодовито, не хотелось бы. Но им еще расти, они еще не доросли. Вон, смотрите, Лавруша прикидывается грибочком. Дё, ты прикинулся грибочком. Вот вы мне пишете, вы вынуждены стерилизовать на всех сроках. Если бы я была в таким, как это сказать, если бы я также была категорична, как вы, я бы сказала, а что же вы доводите до последних сроков? Я понимаю, что приюты и волонтеры, которые сталкиваются с беременными собаками на последних сроках, с уличными собаками, для того, чтобы не допустить появления еще кучи щенков, которые будут беспризорными, гибнуть под машинами, под колесами, от голода, от инфекций, от живодеров, от всего, конечно же, они вынуждены стерилизовать на любых сроках. И я это поддерживаю. Я просто говорю про свою семью, что у меня была такая возможность оставить пришедшую беременную собаку и, соответственно, растить всех ее щенков, и они стали членами моей семьи еще до своего рождения. То есть это решение было принято заранее. Когда, как только мы поняли вообще, с чем мы столкнулись, а поняли мы дней через 5 после того, как она к нам пришла. Ну, как бы одно дело это наши условия, другое совершенно дело это волонтеры, приюты и все люди, которые помогают собакам на улицах, которые стерилизуют и по программам за свой счет. Я не осуждаю, но я наоборот это поддерживаю, потому что хоть как-то надо с этим бороться, безусловно. Лучше не допустить, чем потом будут порушены жизни. Прикидывается грибочкой. Сейчас эти комментарии огонь. О боже. Так, мой телефон мне рассказывает о том, что пора прекращать эфир. Батарея. Ну, батарея дольше теперь держится, чем в холода. В холода-то вообще телефон разряжался за 20 минут. Вон, смотрите, почек сколько. Все, давайте я кружочек делаю, еще один вдоль забора, и все. Молодец, бегай, растрясай жир. Да. Аня, обнимаю, Яну обнимаю. Надо было тебя прочитать. У нас все активно подсыхает, и на 15-16 число будем звать дезинсекторов. Таня
Пелецкая все это дело организует, как всегда. Даша овца, ни на что не способная в этом плане. Но Таня нас выручит, спасет. Всех привезет, всех доставит, договорится. Будем обрабатывать. Будем обрабатывать все это дело. И вон там вот еще гектарчик для лис обработаем превентивно, то есть заранее. Уже пора, господи, копать фундамент под лисий выгул. Сейчас. Tengo 200 animales. Господи, я 200 правильно сказала? Можете написать? Блин, я не могу написать почему-то комментарий. А, вот. А то вдруг я с испанским счетом сейчас ошиблась. Tengo 200 animales. Сейчас, секунду, я пишу комментарий. 100 перос. 100 перос и 100 зорос. Вот. Даша лажает с языками. Страшно. Салюдос. Эй, ты чего? Что такое? Мелисса. Вот это Мелисса. Слепая. Так, Простыл, успокойся. Видите, они уже в другом темпе немножко гуляют, уже более спокойные. И больше ходят такие, меньше играют. Ну, кроме самых отмороженных, конечно. Такие уже языки повываливали, да? Да, Селестина? Это прилечь можно уже. У нас уже в деревне клещей нашли. Я в панике. Ну, как я в панике? Я очень переживаю. Я говорю, что я Пиростоп из Москвы пригнала, оплатила зоотакси, чтобы мне просто человек привез Пиростоп. Мы здесь не смогли найти. Ну, а сама ехать в Москву за ним, это еще и я бы день потеряла, поэтому мне было проще заплатить, но мне надо было срочно, вот прям вот я сказала, и мне привезли, потому что меня обуяла дикая паника, когда сказали про то, что в деревне есть клещи. Вот теперь за каждой собакой хожу и смотрю, потому что я же не могу их закрыть, я же не могу их не гулять, поэтому приходится гулять и приходится смотреть. Ну, вот, Ань. Видишь? Все, они уже... У нас, конечно, позже, чем у вас, потому что у вас высохло все гораздо раньше в мегаполисе, а у нас-то еще здесь все мокрое, видите, и сугробы подтаивают, но земля достаточно сухая, температура достаточно высокая для клещей. Ну, пипец. Что еще раз подтверждает то, что страхи мои не напрасны? Я надеюсь, что нас пронесет и ничего не случится. Мы дождемся дезинсекцию, обработаем, и все будет хорошо. Так! Что-то громковато. Лежат такие. Ладно, ребят, сейчас все вырубится. У меня уже 10%. Всем спасибо огромное. Смотрите, смотрите, вынесла из корпуса кусок мяса. Такая деловая вообще. Сейчас еще, да, будет охранять, вот так вот делать. Это она нашла там внутри, понимаете? Внутри она нашла там мясо недоеденное и понесла. Вот, пожалуйста, это вот как живут у нас собаки. Сейчас она будет его меланхолично глодать. Сейчас я посмотрю, кстати, Дима занес или нет. Так! А что такое завесели? Вот, баки. Это у нас заготовка. Как я и просила, 5 баков мяса. Сейчас будем кормиться. Все, ребят, всем пока, целую. Обнимаю. Берегите животных.